Что-то непонятное вообще. На то же, что ты грамофон. Я не стерео, а чагуш не владе. На эстре ходинку выдержишь. Ještě stále na vaše odkazy do zajtrajšího programu stará na tož gramofon, platí telefonní číslo 0739 4626, ale jak to se hovorí, čo bude zajtra, to nie je dnes, tak teraz dnes ještě stále. Príjemný dobrý večer a príjemné počúvanie starej na tož gramofon vám všetky praje, takisto stará a takisto aj ja. Moje meno je Zemáš, tak teda dobrý večer. Стена у них упала. Делали, да. Так что ничего нет. Раньше крепостные стены делали, замешивали на обе. Да. Очень крепкие. Красиво там очень. Жалко, что закрыто сейчас уже. Очень красиво. Это Спишевский, да? Спишевский. Да, да. Спишевский. Очень сложно. Вот ты, весь этот район называется Спиш. Словакия. Идти? Ты снова. Thank you.
отель снова. Высокие Татры. Штрепска Плесо. Высокие Татры. Высокие Татры. Требко плесо и озеро. Чистейшая вода. Селезень какой красивый, ах ты моя лапенька. Красиво.
Смотрите, красиво очень. И там еще горы. Выше поднимаемся. Долго. Ой, какой запах. Ароматы все. Чистая, чистая вода. Большой узел. А, что есть трамплин? Красивое это местоположение в горах. Красиво. Панорама замечательная. Горы. Красота. А когда в горах очень красиво смотрится, такие деревянные отели. Крыши. Очень красиво. Какая красота. Панорама. Замечательно. Красивый отель очень. Панорама очень красивая здесь. Все вот эти вершины, сейчас они открываются. Вершины. Ну что такое? Маленькое родниковое озеро. Лесное. Чистейшая и очень холодная вода. Очень холодная вода. Чистейшая вода. Тебе вроде не будет, она очень холодная. Хотя вообще пары в холодной воде водится. Родники, да. Божественный запах.
старый смоковец. Различные виды летучих мышей. Молодец. Не надо.
Pytanie to dla Soszki Janosika. Zbojnickiej komory mamy złote jazdierko, o którym sa pograwa, że kto sa w nią opłupe, on ładnie o 20 rokov. Nad jazdierkom je to stala kvík. Svokrý jazdí v Polsku, peščový jazyk. Ten pán tam kameruje akurát. Začne klesať. A to vápencovými vodopádmi. Najprv to bude Karlštejnov dom, kde máme malé vápencové vodopády. A potom sa dostaneme do domu veľkých vápencových vodopádov. Nech sa páči. Thank you.
здесь? Город Попрат. Город Попрат. Отражает эта девушка. Цвет это. Отражается. В салон электрички поезда на студенный поток с пересадкой в студенный поток на город Попрат.
Крепостные стены старого города. Бордеево. Очень красивый город средневековый. Старая часть города Бордеево, Словакия. Крепостная стена. Сильно. 19. Можешь зайти посмотреть, что там такое. На автомат включить.